Сегодня у нас 30 июля 2015 года. Это мы в детском православном лагере Стане находимся. Это даст вывер, Любовь Николаевна, наш повар. Так. Березки, ветлат. Тут много деревьев. Вот шпыряться. Сегодня уже с утра жарко, только единственный ветер прохладненький. И вот наш лагерь Стан вместе с начальником лагеря открылись. Тенечки открыли. Там шалаши, которые построили с Божьей помощью. 7 метров длиной. Сейчас мы посмотрим, чем они занимаются. Как они тут расположились. Вот двери у нас какие. Спят, отдыхают. Вот Игнатий Иванович тут. Вот Нестор. Сережат. Ваня. Вон Паша. Там и Никита. Хорошо здесь. Тенечек. Просторно. Ветра нету. Комаров тоже. Вот так вот. С этой стороны мы еще тут ветки наставим, сейчас дым притянем, чтобы траву закрывало. Уже птички облюбовали, ласточки, наш крест православный. Сегодня у нас 31 июля 2015 года. Это детский православный лагерь Стан. Вот это наша кухня. Вот. Вот православный лагерь Стан. Посторонний вход воспрещен. Идет видеозапись. То есть все везде снимается. Это утро. 6 часов утра. Туман еще там по лагам у нас. Солнышко радует глаз. Встает. Вот березки мы. С Божьей помощью дочищаем уже. Вот оно. Красота. Красивое солнышко. Сейчас посмотрим, как наши ребятишки будут вставать. Они сегодня первую ночь ночевали в шалаше, которую мы построили вместе с начальником лагеря Игнатием Ивановичем Лапкиным. Это его задумка была. И выполнили с Божьей помощью. Вот. Посмотрим, как они будут вставать. Подъем! Ребята, подъем! Вот Паша соскочил. Вот. Ваня. Нестор! Ну-ка разбуди его, Ваня. Че он спит-то? Нестор, так ему понравилось в шалаше, что он уснул крепко. Нестор, вставай побыстрее только. Здесь мы с Никитой спали. Уже снимаю. Так, сразу одеяло сворачивайте, все эти матрасы, и выносите. А мне тяжело будет нести это? Ну, частями. Частями выносите. Кель можно оставить открытой. На крючок. Во. Сейчас у нас
Крючочек сделан специально, чтобы он держал дверь. Ну как спалось вам? О, оно мокро, протекло. Что, протекло у тебя? Ждал, когда подъем будет. Штаны так и не высохли. А у тебя, Ваня, как там? Сыро тоже? У них нет. Краешек одеяла и подушки немного намочила. У меня тоже вчера краешек намочила одеяло. Вот Фрося стоит, сонная. Под стеной. Хорошо, даже в зубах тащит. Ты как барахольщик какой-то. Ну, дождя не будет, так там сухо будет, не переживайте. Ваня, куда ты? В обратную сторону. Все, пошли свои кели заносить. Нестор, ты где там? Давай, выползай оттуда. Надо частями вытаскивать, раз тяжело тебе. Ну, слава богу, вон туман видно. Стоит.